На территории экотехнопарка начались строительные работы. Сегодня идет расчистка площадки под котлован анкерной опоры. Бульдозеры аккуратно снимают плодородный слой почвы, который впоследствии вернут обратно. Ведь, как и планировалось, благоустроен парк будет цветущими клумбами и садами. И это подготовка для ритья котлована под фундамент анкерной опоры. Именно здесь будет нулевой километр. И от этой вот станции, где анкерная опора и нулевой километр, трасса пойдет в эту сторону. Километр 100 метров. Затем в следующем году мы эту трассу продлим на 15 километров, и она перейдет в высокоскоростную дорогу, где можно будет развить скорость до 300 км. Для расчистки площадки, возведению подъездных дорог, арматурных и монтажных работ компании Skyway приглашен подрядчик, который обеспечит весь перечень задач. Сегодня здесь присутствует генеральный директор компании-подрядчика, который, собственно, организует все строительное. График строительства очень плотный. Каждый день спланирован практически поминутно. Любые вопросы, чтобы не терять темп строительства, Анатолий Эдуардович Юницкий решает прямо на полигоне. Это концепт, схема, она соответствует. Здесь вот сады, видите? Все, я понял. Здесь вот грузовая трасса со взворотом. Вот сейчас, когда увидел картинку, все, понятно, уже да? Все сфотографировал. Да, вот анкерный опор, видите? Здесь будет городская система, видите, кольцевая. Угу. Здесь у нас ферма, жесткая конструкция. Здесь тонкий рельс, высотой всего 200 мм. Понял. Тем не менее, полет 50 метров. И он будет ехать по ровному пути, преднапряженная конструкция. Он проедет, развернется и пойдет по высоте. Перед строителями действительно сложная, но, как они сами признаются, интересная задача. Ведь то, что придумал инженер-конструктор, что разработано в конструкторских бюро, превращается из чертежей и цифр в вполне осязаемый объект. Задача такова, что в следующей неделе выполнить объем работ – это скопать котлован, снять чернозем здесь, сделать подъезды временные дорог, положить плиты здесь дорожные и приступить на следующей неделе арматурным работам. А числа, я думаю, так, числа 5-го, 6-го первый бетон должны прийти. Хорошо. Мы это успеем в сроки выйти, да? Тяжело, но будем стараться. Сделаем. Да, да, будем стараться. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на очередном вечернем вебинаре. Собственно, у нас традиционно в 13:00 по Москве проходит вебинар и в 20:00 по Москве в среду. Этот вебинар технико-экономический. Меня зовут Сходоев Алексей. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Я надеюсь, что все замечательно. И, собственно, это будет такой вот особенный вебинар, потому что сегодня, помимо основных спикеров, то есть Сергей Анатольевич Сибиряков, у меня также выступит наш финансовый директор, и я думаю, что возможно даже мы запишем какие-то экстренные обращения, потому что ситуация на сегодняшний день по рынкам, она очень такая нестабильная по валютному курсу. И необходимо это знать, необходимо понимать, где мы, куда мы движемся и, собственно, почему действительно народный экономический ковчег может привести к процветанию целые страны, государства, вывести из кризиса. И вывод как раз-таки будет с помощью капитализации технологии, которая будет капитализироваться технологией Skyway, через адресные проекты. То есть в начале и в конце выступления я остановлюсь на концепции вообще вот легкой прогулочной трассы. То есть прочитал вопросы в чате, очень интересные вопросы. Замечательно, что ведется уже обсуждение по этому поводу. И, собственно, передаю слово после прохождения вами опроса, чтобы понимать, кто присутствует в первый раз, кто пятый раз и более. Эти вебинары, так скажем, традиционные именно не для новичков, но присутствует много и новичков, как оказывается. И, собственно, я не буду
отнимать время по экономическим финансовым вопросам. На вебинаре в 13:00 я свой взгляд высказал на этот счет. Сегодня уже выступит наш финансовый директор. Это не запланированное выступление, именно такое экстренное, потому что 24 августа курс рубля по отношению к доллару достиг своей критической точки и достиг именно величины, которая была и пугала нас зимой, когда все начали скупать, большинство людей, зачем-то бытовую электротехнику, хотя это пассивы из пассивов. И, собственно, уже сейчас, сегодня нефть колеблется от в районе 43 долларов за баррель. И у нас присутствует на сегодняшний день 5 новичков. Дамы и господа, просим прощения, если сразу много информации вам предоставим, в том числе сложной экономической, технико-экономической, немножко идеологической. Ну, такие наши вебинары в среду. Рады всех приветствовать. Игорь, тебе слово. Приветствую, друзья. Как меня слышно? Отлично. Сейчас видео включим. Чуть потише, Игорь, пожалуйста. Все видно, да? Погромче, да? Или нормально? Наоборот, чуть-чуть потише. Потише, да? Ну вот так давайте, окей. Окей, я сделал потише. Угу. Хорошо. Друзья, я вас всех приветствую. Я благодарю Лешу Анатольевича, что вот все-таки пригласили выступить. И, ну, я думаю, нужно выступить по данной ситуации, то, что происходит, потому что это волнует многих, даже тех, кто не связан с финансами, по сути. Вот у меня знакомые есть, друзья, родственники, которые не связаны с финансами. Но спрашивают, а что же будет дальше, потому что всех волнует, что будет с их накоплениями, с их финансами. И я немного хотел бы рассказать то, что сейчас происходит на финансовых рынках. Пару слов буквально скажу, то, что я занимаюсь финансовыми рынками уже с 2007 года, фондовыми, валютными рынками, имею опыт уже, ну, в инвестировании, в трейдинге, в частности. Прошел 2008-2009 года, помню, когда все рушилось, особенно в Америке, когда был ипотечный кризис. Ну, тогда я торговал, потерял, конечно, немалые суммы, но потом в 2009 году, конечно, восстановился, потому что в 2009 росло очень много. И сейчас вижу то, что наблюдается похожая ситуация, особенно когда анализирую финансовые рынки, особенно индексы Dow Jones, американские индексы. Вижу то, что, ну, просто так это не бывает, что именно это не коррекция на бычьем тренде, да, это что-то более серьезное, что-то более масштабное. И есть тому определенные подтверждения. Так вот, какие существуют финансовые рынки? Это товарные рынки, валютные рынки и фондовые рынки. Ну вот фондовые рынки — это как раз и рынки акций, да, вот как раз мы все покупаем УИПы, да, где бонусом нам идут акции. Так вот, когда будет IPO Skyway технологии, да, то есть мы получаем акции, то есть мы эти акции уже можем реализовать на бирже, да, то есть это фондовый рынок. Чтобы вы понимали, мы как частные инвесторы в этом направлении двигаемся, и
на фондовом рынке мы можем реализовать наши акции на продажу, либо докупить. Да? Я считаю, то, что нужно покупать акции компании, потому что они сейчас недооценены, да, и они после IPO начнут бурный рост. Есть валютные рынки, рынок Форекс, ну, все, наверное, слышали, пара евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена, CFD-контракты. И товарно-сырьевые рынки – это золото, серебро, платина, палладий, ну и такие продуктовые товары, да, сахар, какао, соя, бобы. Так вот, все эти рынки, они взаимосвязаны, все фондовые рынки взаимосвязаны. Если что-то происходит на одной бирже, это все переносится на другую биржу. То есть, если падает, к примеру, азиатский рынок сильно, то это не может отражаться, не может не отражаться на Европе, на России, да, и тем более на Америке. Вот как раз тому подтверждение Китай, когда в понедельник он сильно рухнул на 8,7%. Это все перенеслось сначала на Россию, на Европу, а потом уже на Соединенные Штаты Америки, потому что это серьезное замедление экономической, мировой экономики в частности. И мы увидели то, что даже Америка, крупнейший локомотив роста, он не выдержал и упал. Упал очень серьезно, он падал еще в четверг, в пятницу, в понедельник. Я надеялся, что вторник Америка все-таки отрастет, потому что был шанс на отскок, но медведи взяли свое за последние 40 минут. Во вторник они продавили американский рынок, и он упал. И сегодня я смотрю, он тоже опять вроде вырос, открылся ростом, но опять медведи берут свое. Медведи – это те, кто торгует на понижении. Так вот, на рынке встречаются покупатели и продавцы. Те, кто покупает, это быки. Те, кто продает, это медведи. Вот здесь на слайде как раз хорошо изображено, кто такие быки, кто такие медведи. И постоянно идет борьба между быками и медведями. Ну, долгое время, конечно, если все хорошо, рынки растут, то быки берут верх. Я заметил, что рынок может расти год, два, три, четыре, пять, шесть, набирая весь свой рост, а всего лишь за 3-6 месяцев пройти это же движение за все 6 лет. То есть они растут медленно, но долго, а падают очень сильно и критично. Особенно очень хороший пример – это Джордж Сорос, 1992 год, когда он на валютном рынке, да, воспользовался ситуацией и заработал за одну только торговую сессию 2 миллиарда фунтов стерлингов, представьте. Да? Но он воспользовался ситуацией, которая была в Британии в 92 году, и продавил его. Ну, конечно, ему потом штрафы наложили более 10 миллионов долларов, но что такое 10 миллионов долларов по соотношению к 2 миллиардам фунтов стерлингов. Так вот, что может произойти, какие прогнозы финансовых рынков на текущий момент времени, что может произойти? Прогнозы финансовых рынков. Вот видите, здесь на слайде такой человек, да, с телефоном. Это вот как раз брокерский работник. Как раз когда не было электронной сессии, вот фондовые рынки, они зародились давно еще, более 200 лет на Западе, как раз торговля шла вот как раз по телефону. Когда я хочу купить акции, я звоню человеку, человек дает сигнал еще одному брокеру, то есть, и я уже приобретаю акции и становлюсь акционером той или иной компании. Так вот, на рынке NICE, одна из бирж в США, одна из первых, да, как раз происходит торговля именно таким образом. Вы, наверное, слышали по новостям, вот кричат: покупаю, продаю по одной цене, по другой, да. Вот это все происходит на бирже. Это как раз маклеры или брокеры их еще зовут. Что произошло в понедельник? В понедельник очень интересная ситуация произошла. Его прозвали черным понедельником на рынке акций, и китайский рынок обвалился на 8,7%. Все это спровоцировало обвал домино. Вот что я вам показывал на этом слайде, друзья. Все фондовые рынки, все финансовые рынки, они взаимосвязаны, особенно фондовые рынки. Так вот, обвал, начиная с пятницы Соединенных Штатов Америки, это Китай открылся в понедельник падением на 4%, и в итоге закрылся
так где у нас, закрылся на 8,7%. В результате потом это спровоцировало падение японского рынка, корейского рынка, перенялось это все на Россию. Ну, к большому моему интересу, Россия почему-то не падает очень сильно. Ну, наверное, российский рубль уже обесценился очень сильно, поэтому он так сильно не падает. Но индекс РТС, который в долларах, он очень сильно упал тоже. Потом это все перенялось на Европу и на Америку. И видите, индекс Dow Jones, это Dow Jones Industrial Average, это основной индекс в Америке, такой же, как и S&P 500. Вот они потеряли 3,5-4%. Что такое индекс? Просто так скажу, это в индекс входит примерно 30-40, бывает 500. 200 компаний, то есть по-разному. К примеру, в индекс S&P 500 входит 500 крупнейших компаний Америки. Чтобы вы понимали, да, индекс это более обширное такое понятие. На него просто смотрят инвесторы, трейдеры. Если он падает, значит, сегодня в стране, в этой стране что-то не в порядке, да, то есть какая-то коррекция, либо просто продавцы решили продавить рынок вниз. Так вот, 24 августа, черный понедельник. Я считаю, то, что это начало очень интересных моментов. Вот лично я этого, честно сказать, ждал. Ждал уже давно, ждал все-таки уже 2 года, что все-таки это начнется, потому что были причины для этого. Вот. Но все-таки это началось, и это никакая не коррекция, считаю. Нефть рухнула более чем на 7%, она сейчас уже $43, уходила даже ниже $43 за баррель, а вы сами понимаете, что такое нефть для российской экономики. Казахстан тоже завязан на нефть, там еще большая доля бюджета от нефти, чем в России. И российская валюта в результате упала до исторических минимумов 1998 года, друзья. Это и я сейчас покажу, что будет дальше. Будет ли дальше падать нефть? Вот. И не только нефть. В результате российский рубль уходил выше 71,5 рубля, торговался на московской бирже, евро выше, ну, 83,45, то есть максимальная котировка, посмотрел по графику. Я в последнее время много времени тоже уделяю анализу, потому что то, что происходит сейчас, я считаю, это золотое время для трейдеров, потому что здесь можно заработать очень хороший капитал. Да. И, в принципе, большого ума здесь не нужно. То есть высиживать, смотреть, какие компании могут вырасти, какие упасть. Когда рушится, падает все. Я вам так скажу. И даже акции Apple, которые считаются таким фаворитом американской экономики, если все продают, и акции Apple тоже, они не устояли, в понедельник упали на 5%. Вот на следующем слайде доллар США по отношению к российскому рублю. Вот на этом графике, видите, верхние две точки, полоски, это точки, я считаю, сопротивления по американскому доллару, то есть куда уходила валюта. Вот видите, верхний рынок 77-72, да, это как раз декабрь, помните, паника какая была на российском, на московской бирже. Как раз доллар уходил на 77. И считаю то, что потолок по американскому доллару к рублю еще не достигнут, потому что российская валюта, к сожалению, она завязана на нефти, то есть это не нефтяная валюта у нас, российский рубль. И падает нефть, и российская валюта тоже будет падать очень серьезно. Ну а у нас я хочу сказать, что большая часть прироста в Skyway Invest Group, больше 55%, бывает даже 60% и 70% в различные месяцы. Это Россия, Российская Федерация. Отсюда больше приток идет инвестиций. Ну и, конечно, с России мы отправляем большую часть денег в Минск. Вот буквально в понедельник тоже отправили Анатолию Эдуардовичу Яницкому сумму, которая, ну, ему нужна была, потому что сейчас начинается строительство и финансирование. Оно в первую очередь очень важно. Если раньше это, ну, не такие большие капиталы нужны были, то сейчас нам нужно все больше, больше, больше отправлять денег для строительства. Индекс Dow Jones на
открытий в понедельник падал больше 1000 пунктов. Такого я не видел с 2009 года. Это очень серьезный, пока серьезный такой момент, друзья, стоит задуматься. Падение за 3 сессии в четверг, пятницу и понедельник, этот понедельник, больше 9%. Такого не было вообще никогда, если не считать только 2009 год, когда индекс Dow Jones упал больше, чем на 2000 пунктов. Вот, падал на 2000 пунктов. Поэтому хочу сказать, что на следующем слайде, что выход из долгосрочного канала, вот на следующем слайде мы здесь видим, это график индекса Dow Jones, американского индекса, в долгосрочном канале. Так вот, если он из него выходит, это серьезный сигнал для того, что будет смена настроений, с бычьих на медвежьи, и начнется медвежий рынок. Вот. Но есть пессимисты, есть оптимисты. Я реалист, как бы я смотрю реально на вещи, анализирую их и выдаю, ну, свою объективную оценку. Индекс Dow Jones войдет в медвежью стадию. Вот здесь этот скрин экрана, друзья, был сделан в понедельник. Вот он, видите, еще не пробил этот уровень. Я надеялся, ну все-таки американцы выкупят этот рынок, но все-таки 200 с лишним лет опыта, да, истории, все-таки думал, ну, капитал-то приличный на Западе. А нет, не выкупили, к сожалению, для кого-то, к счастью. Вот. Но кто предполагал это, наверное, сейчас уже хорошие деньги зарабатывает на этом. Видите, уже пробили этот уровень, и очень будет показательно сегодня, эта неделя, пойдет ли рынок ниже. Если он пойдет ниже, то можно говорить уже, что коллапс финансовый, который говорили о нем долго, да, вот он приближается, и это непростые слова. И Алексей Суходоев, Сергей Анатольевич Сибиряков постоянно, да, говорят, наверное, на технико-экономических вебинарах, да, то, что сейчас происходит, это не просто так, есть свои причины. И именно то, что мы строим, чем мы занимаемся, это спасение, действительно, реальное спасение, народно-экономический ковчег. И то, что мы здесь находимся с вами здесь, я вас всех поздравляю с этим. И это здорово, то, что мы здесь находимся в семье Skyway, и двигаемся вперед, и у нас все получится в будущем. Что я еще хочу сказать? То, что нефть продолжает свое падение. Еще пару слайдов хочу показать вам, друзья. Вот на этом слайде, ну, цена на нефть, наверное, многих волнует. Он даже вчера мне писал, друг говорит, ну что там, цена на нефть, когда дно будет по ней. Хотя человек вообще с финансами не дружит и не интересовался никогда. Тут вдруг заинтересовался. Но он в Турцию собрался там поехать отдохнуть. Спрашивал, купить ли доллары. Я говорю, покупай быстрее. Вот он их по 64 успел купить. Сейчас уже под 70 нет. Так вот, декабрь 2009 года это падение цен на нефть. Это на графике североморский эталонный американский сорт нефти WTI, это не Североморск, то есть WTI, западно-техасская нефть. Вот здесь она в 2009 году достигала уровня 34,5 доллара за баррель. Баррель это 158 с лишним литров, так, для информации. Сейчас вы видите, что вот эти точки, такие отрезки, да, наверное, красненькие, это не просто такие отрезки, это уровни поддержки. Я их чертил постоянно, потому что они сильные в техническом анализе, и они действительно бывают, помогают. Так вот, эти отрезки были пробиты были в пятницу, был пробит уровень поддержки сильный по нефти, и сейчас в техническом анализе это называется фигура продолжения. К сожалению, но нефть, она продолжает падать. Медвежий тренд, который был по нефти, он остается, и нефти, ну, по моим прогнозам, как минимум, она должна пойти до этого уровня, который был в декабре 2009, декабрь 2008, здесь, друзья, ошибочки, декабрь 2008 года, да. Декабрь 2008 года 34,5 доллара за баррель. Причины для этого
Падения их много, не буду перечислять все, это только это Китай, это избыток предложения и замедление темпов мировой экономики. Вот. Плюс тут еще с Ираном могут снять санкции. Все это, конечно, давит на российскую экономику, на российский рубль, к сожалению. Поэтому, друзья, что я хочу сказать, то что наши сбережения, особенно сбережения простых граждан, они тают на глазах. Вот. И стоит задуматься, как же их сохранить, как их приумножить. Ну, в первую очередь, в инвестировании что? Мы же все инвесторы в Skyway, да? То есть, а задача инвестора первая – это сохранение своих сбережений. Это первая задача, еще это усвоил в Академии частного инвестора Андрей Ховратова. В 2013 году. А второе – это уже приумножение. Но приумножение – это уже искусство. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно их сохранить, а потом уже приумножить. Как это сделать? Существуют различные сегменты инвестирования. Высокорисковые, среднерисковые, низкорисковые, гарантированные. Для информации я просто это даю, то что, друзья, любая инвестиция распределяется по этим четырем направлениям. И я рекомендую большую часть средств держать в гарантированных инструментах. Но небольшую часть обязательно тоже нужно уделять на высокорисковые и среднерисковые. Потому что иногда высокорисковые и среднерисковые инвестиции дают очень хороший прирост к вашему капиталу. И об этом я вас всех приглашаю на вебинары, которые я провожу по вторникам по инвестиционной финансовой грамотности с Антониной Киановской. Мы как раз более детально это разбираем. Что же будет дальше, что ожидать? Вот как раз такие выражения физиономии, это как раз на биржах происходит. Потому что паника происходит. В понедельник была очень сильная паника на китайском рынке, когда инвестор, я видел интервью, говорил инвестор, как же так, рынок рос и упал, потом еще раз упал, еще упал и еще упал. Он говорит, бессмысленно инвестировать. Я, честно говоря, этого человека так понимаю, что... Но инвестор, он, ну это китайский инвестор выступал, говорит, что все, я больше не буду инвестировать. Вот. Ну, просто время такое, нужно понять, что время сейчас, оно нестабильное, оно, и исходя, то есть время как раз золотое для фонда Skyway. Для всей компании Skyway, потому что во времена кризиса выходили очень серьезные компании, которые ранее не были известны, вот. Но кризис давал им возможность, вот. И когда кризис пройдет, а он обязательно пройдет, эти компании процветали. Так вот, это золотое время для нас, вот. Это нужно понять, друзья, и лично для меня есть два направления, где можно хорошо приумножать свои капиталы. Это знания, это наши мозги, куда мы можем вкладывать наши средства. Это первое. Постоянно нужно обучаться, повышать свой уровень, компетенцию в различных направлениях, потому что если человек не стоит на месте, он не развивается, он может стагнировать. Вот. Постоянно нужен постоянный рост в различных направлениях. И второе, считаю, так как это наш информационный век, это технологии. Технология всегда была востребована. И я вас всех поздравляю, то, что вы находитесь здесь, в фонде Skyway Invest Group, да, в компании Skyway, потому что технологии, это очень перспективные технологии, это технология будущего, считаю. И мы уже все здесь миллионеры. Вот. Там нужно только двигаться вперед, и только-только двигаться вперед, то, что мы и делаем. И всеми силами я стараюсь, команда директоров старается над тем, чтобы как можно быстрее мы реализовали наши все поставленные планы. Поэтому, друзья, я хочу сказать то, что все мы семья Skyway, и у нас все получится. Вот. Ну, в завершение... Так, индекс Dow Jones, я тут еще немного слайд поставил, то что, ну, быки не выкупили американские акции на отскоке, к сожалению, и вот то, что сейчас происходит, это реальное, это не коррекция,
То есть не коррекция на бычьем рынке, это уже будет смена, смена бычьего рынка. Но этого нужно дождаться, буквально, я думаю, неделя-полторы, это будет уже ясно. Есть оптимисты, есть пессимисты, есть реалисты. Вот я реалист. Я понимаю то, что вот такое не происходит просто так. Я проходил 2009 год, и просто так рынки не падали. Обычно рынки падают на 1-2% максимум. Но чтобы падать на 4-5%, чтобы нефть падала на 7%, для этого есть определенные причины. Вот. И я, наверное, передам, Леш, да, уже слово тебе. Игорь, вот такой важный вопрос задают люди в чате. Что делать в этой ситуации обычному человеку? Обычному гражданину Российской Федерации, то есть какие выходы вообще сохранения сбережений, на твой взгляд? Значит, первое, это вот этот слайд я покажу, не забывайте то, что знание первое, технология. Но мы уже здесь получаем и знания, и технологии. Второе, именно для российского гражданина я бы порекомендовал еще диверсифицировать свой портфель, это раз. Значит, есть хороший вариант, это обезличенные металлические счета в банках. То есть тут идет, когда ты открываешь счет, за место вклада есть, тебе дают граммы драгоценных металлов. А почему это может быть востребовано? Потому что в кризисы всегда золото, оно росло. Золото как бы падает, когда все хорошо, да, на рынках, а когда все плохо, оно растет. Поэтому плюс. Во-первых, если драгоценные металлы вырастут, а я считаю, то, что у них очень перспективное будущее, это первый доход. А второе, то, что если опять же доллар растет, вы опять зарабатываете на этом, потому что у вас больше становится рублей на вашем счете. То есть вы их можете в любое время взять и продать. Это раз. Помимо этого... Но это для простого граждана. Не рекомендую как бы много денег хранить в банках, потому что там у вас инфляция обесценивается. Друзья, считаю, я бы использовал еще партнерские программы. Особенно мне нравится эта партнерская программа, которая будет у нас в фонде. Вот как раз те инвестиции, которые я вложил уже в фонд, вот, уже они отбиты. Кто-то просто ждет IPO, да? Кто-то можно использовать партнерскую программу, уже окупаемость прошла. Вот. То есть тут от человека многое зависит, от его целей. Вот. Но для простого человека, я опять же говорю, это немного валюта, безличные металлические счета, знания и технологии. Вот основные направления, где можно сохранить свои средства. Про недвижимость еще могу сказать, но я считаю, то, что недвижимость, она может начать падение. Она уже начала падение, хотя кто-то говорит, она растет, да. Ну, посмотрим сентябрь-октябрь, что будет. По моему мнению, все-таки недвижимость, она должна вниз пойти. И уже потом, после падения, будет рост. Благодарим, Игорь, за такое экспертное мнение. То есть, дамы и господа, это неспроста. Вот наш финансовый директор, действительно замечательный экономист, финансист, человек, который разбирается действительно в этих сферах, и такой человек, настоящая находка в нашем фонде, в директорском составе, и дал именно экспертную оценку происходящей ситуации. И, собственно, об этом всем мы рассказывали на вебинарах уже больше года. И по партнерской программе абсолютно верно Игорь заметил, потому что когда народ инвестировал в акции Apple там и так далее, ну не Apple, возьмем компании, которые раскручиваются, стартапы, никакой партнерской программы не было, то есть либо пан, либо пропал. Здесь же у нас просто райские условия. И можно действительно отбить свои инвестиции уже до выхода на IPO. И тут абсолютно тоже правильно было сказано, что многие из вас уже, ну я думаю, что все, потому что дисконт у нас пока очень хороший, как минимум рублевые миллионеры. И тут приветствуют часто люди в чате. Ну так, в шутку, игриво, но это отчасти правда. Привет, миллионеры, привет, миллиардеры.
Потому что капитализация будет, и капитализация будет очень мощная с помощью той стратегии, которую, собственно, выбрали легкого прогулочного транспорта. Об этом и о другом сейчас также поведает Сергей Анатольевич Сибиряков. Сергей Анатольевич, вам слово. Игорь, благодарим. Благодарю всех. Добрый вечер, друзья. Приветствую вас все на нашем вечере. Как слышно, как видно. Отлично, отлично. Ну, друзья, я честно могу сказать, что у меня лично душа радуется, когда я вижу, вот, видите, мы так сейчас начинаем подключать, и в наших вебинарах вы много увидите еще интересных ребят. И я могу сказать, что вот, я очень рад, что я работаю с Лешей Суходоевым, с Виктором Бабуриным. Вот сейчас подключились еще очень много ребят. Вот Игорь Романенко буквально какое-то время назад влился в нашу команду. Я могу сказать, что та команда, которая формируется, и те цели и задачи, которые перед нами стоят, они могут решаться только высокопрофессиональной, мощной командой. И на моих глазах сейчас это происходит, я это вижу, и Игорь, вот Леша, Виктор, это все молодые ребята, я могу сказать, но на них как раз будет держаться и весь хребет, я не побоюсь этого сказать слова, и всей экономики страны через какое-то время, и всей экономики евразийского пространства, и вообще вся вот эта индустрия или шестой технологический уклад Транснет, он как раз будет состоять вот из такого рода ребят. И я могу сказать, это тоже большая заслуга той работы, которую мы сейчас сделали. И лично я могу сказать, что я уже высказывал это Анатолию Эдуардовичу Юницкому, в том плане, что он уже очень многое сделал, даже еще не запустив и не продемонстрировав свою технологию. Уже собираются сегодня десятки, сотни, тысячи людей, которые работают вокруг этой концепции, которые уже строят вокруг этого бизнес, потому что тот бизнес, который отстроил наш фонд за этот год, я могу сказать, друзья, это многомиллионный серьезный бизнес. И нам сегодня есть чем показать, чем отчитаться перед инвесторами, потому что проделана просто колоссальная работа. Благодаря нашей работе, и Игорь же сейчас четко сказал, вот была ситуация действительно в Минске, в консультантском бюро с резким увеличением строительных работ, изменились планы финансирования. И на нас, как на фонд, Игорь как никто иной знает, потому что он финансовый директор, резко возросла нагрузка, и нам надо было не одну сотню тысяч долларов собрать и инвестировать очень быстро. В течение одной недели. И Анатолий Эдуардович, он обращался и ко мне, мы проводили совещание. Игорь очень активную позицию, ну, здесь как финансовый директор. И мы, друзья, выполнили эту задачу. И Игорь как раз может это, и он уже подтвердил и сказал, что и получили благодарность от конструкторского бюро. И здесь как раз четко можно сказать, друзья, что конструкторское бюро и та работа, которая сейчас делается, она делается только благодаря фонду. Только благодаря той работе, которую мы с вами делаем. А с фондом, уже с точки зрения отчета, который мы будем проводить 25 октября, я могу сказать, что, друзья, нам есть что предъявить, нам есть что показать. Потому что реально работа сейчас делается и результат налицо. Так, друзья, секундочку, я прерву свое общение буквально. Да, и дорогие друзья, неспроста вот включение происходит, и я думаю, что многие из вас видели выступление директоров на телемосте в этот понедельник. Мы хотим, чтобы действительно все понимали, кто чем занимается, по каким вопросам можно обращаться. И Игорь сегодня, ну я сам поразился его профессионализму. Именно как грамотно и четко донесена была информация. Кстати, поставьте плюсики, кто хотел бы, чтобы видео на 3-5 минут рассказал, что происходит вообще, что нас ждет и какой выход. Я думаю, что это видео будет таким хорошим инструментом. Ну и далее Сергей Анатольевич также уже даст свою экспертную оценку. Так, друзья, все слышно, видно? Отлично, по техническим причинам.
пришлось прерваться. Так вот, друзья, сейчас, вот акцентируя и вот показывает мне сегодня именно этот аспект, вот у нас вебинар был, где выступали все директора по направлениям, по своим целям и задачам, я могу сказать, что действительно сейчас сформировалась очень серьезная команда. А реально задачи может выполнять только команда. И, соответственно, ту идею, то направление, которое дал инженер Юницкий как техническое воплощение шестого технологического уклада, как ядра, и тот, кто смог это осознать, тот, кто смог это видеть, причем каждый со своей точки зрения. Алексей пришел сюда как управленец, как человек, который занимался иностранными переводами, он увидел интересное направление, технологию, и в марте прошлого года подключился к работе. Игорь, он пришел через Академию частного инвестора, именно как инвестор, как финансист, который увидел зарождение нового рынка, увидел направление нового бизнеса, и мы очень много обсуждаем, много вопросов, и я могу сказать, что мы с ним даже там чуть больше года назад вели очень большие споры по поводу того, какая будет тенденция, какие будут направления, и мне сейчас очень интересно и радостно слышать, что те прогнозы, которые я давал полтора года назад, и мало кто в это верил и к этому относился серьезно, сегодня вот они на наших глазах воплощаются, делаются, и мне-то это очень легко и просто говорить, потому что это были для меня очевидные вещи, я эти вещи прогнозировал еще 10-15 лет назад, и сегодня просто приходит воплощение. А для многих людей, которые только приходят, особенно с активно действующего рынка Форекса, рынка биржевых котировок, соответственно, им очень трудно понимать и оперировать теми понятиями, которыми мы сегодня работаем. Мы работаем понятиями укладов. То есть сегодня идет не кризис, вот как вы говорите, то есть весь вопрос, что нас ожидает, что дальше будет, понимаете, это какой терминологии сейчас говорить. Если говорить рынками котировок, рынками финансовых инструментах и рынками спекулятивных заработков, которые сегодня идут на Форексе и на... чтобы было понятно, что как это все называется, это все спекуляции, это все заработки либо на росте котировок акций, либо на падении, либо изменение курса валют, это все финансовые рынки, они ничего не производят, они ничего не дают, это рынки спекулятивных операций, и здесь не надо не обольщаться, делаться это только так. Другое дело, что масштаб этих спекуляций это десятки и десятки триллионов долларов, соответственно, масштаб это просто так, это слово здесь не подходит, это уже финансовые инструменты, это мощнейшая индустрия, именно финансовая индустрия. Так вот, друзья, сегодня происходит смена укладов, это смена эпох. Их за всю историю было не так много. Мы сейчас стоим на смене пятого и шестого технологического уклада, и мы не раз показывали этот вопрос. Так вот, друзья, все, что мы сегодня оперируем рынками, биржами, соответственно, акциями, инструментами, они все зародились в четвертом технологическом укладе, то есть это конец 19 века, 20-го, когда вышла на рынок нефть, то есть через двигатель внутреннего сгорания она стала востребована, и появилась новая эра, новая эпоха, и в начале эпохи стояли такие сегодня уже легендарные, знаменитые личности, как Морганы, как Рокфеллеры, как Ротшильды, Маккензи, соответственно, Карнеги, и вся эта система, вся эта мощь именно вот этого зарождения нового уклада, она доминировала весь 20 век и вот первые 20 лет, ну, 15 лет 21 века. И сегодня идет смена укладов, смена именно отношений между бизнесом, между людьми и в само взаимоотношение в обществе. И, естественно, это не может происходить без кризисов, без серьезных изменений, потому что любая система, которая меняется, она всегда сопротивляется. Эту теорию как раз очень серьезно разворачивает Сергей Юрьевич Глазев, который показывает, как происходит смена технологий, как происходит зарождение технологий, как происходит сопротивление старого системы управления, финансирования и жизнеуклада новому жизнеукладу. И все это происходит, к сожалению, 20 век нам показал, что изменение этого уклада, мы пережили ряд революций, где было снесено 5 империй, которые определяли тысячелетнюю историю последней цивилизации. Мы пережили как цивилизация две просто страшнейшие мировые войны, унесшие там десятки и десятки миллионов жизней. Это все, друзья, смена укладов, это все смена жизни, смена
цивилизационного направления. Сейчас мы опять стоим на таком историческом моменте. И как раз, друзья, это звучит все, может быть, несколько необычно для тех, кто пришел первый раз. Или это звучит несколько непонятно, кто находится в другой терминологии. Но, друзья, нельзя отрицать, что жизнь за последние 20 лет, 10, даже 5 лет, да даже за последние 2 года она меняется настолько стремительно с помощью технологий, что сегодня нельзя говорить о том, что мир можно сравнивать с таким, как он был 3, 5, 10, 15, 20 лет назад. Это просто другая эпоха, другой мир. Соответственно, сейчас мы с вами, друзья, и готовимся, и наша задача как проекта, именно образовательного проекта, именно проекта, который готовит новое мышление и новых людей к новому времени, мы говорим, друзья, к этим изменениям надо быть готовым. И к той буре, которая сегодня происходит, к ней тоже надо быть готовым. Потому что если мы сегодня говорили терминологиями, вот Игорь очень интересно сначала провел классическую лекцию с точки зрения, презентацию с точки зрения финансового анализа, а потом сказал, друзья, а инвестировать надо в Skyway, потому что это то, что нас спасет. И самое главное слово, которое он произнес, которое, друзья, абсолютно не входит в логику классических финансистов, с кем вы будете сталкиваться, это понятие «семья Skyway». Просто так человек этого произнести не может. Это действительно суть, это действительно понятие, потому что семья – это святое понятие. Это то, где люди зарождаются, живут, и, в общем-то, это что является основой. И что разрушать, в общем-то, никогда нельзя. И любое разрушение семьи ведет к разрушению потом и общества, и цивилизации, и истории. Я не раз это показывал. Это, кстати, к слову тому, что сегодня происходит, допустим, в западной цивилизации отчасти с семьей. Так вот, друзья, новая эволюция, экономическая эволюция мира, которая сегодня подходит, это, если простым языком говорить, это более справедливое распределение богатств, которое будет приносить новый технологический уклад. Потому что новый уклад, он всегда дает больше благ. Он всегда дает больше результатов цивилизации. То есть я вам могу сказать, что когда возник первый технологический уклад, это порядка 1770 года, и первые технологически появились производства, то мировой ОВП за 10 лет увеличился больше, чем в 3 раза. То есть понимаете, да, что до этого увеличение ВВП в 2 раза происходило столетиями, а здесь буквально в исторический период 10-15 лет. Соответственно, а сам технологический уклад длится примерно 50-60 лет, но сейчас время сжимается, и вот пятый уклад, он появился, зародился и активно развивался в течение 30 лет. И сегодня уже, когда информационное пространство, еще развиваясь и огромными темпами, выходит на новые горизонты, сегодня входит уже шестой транспортная именно технология, Транснет, и это уже следующая строя. Так вот, друзья, то, что даст Транснет, то, что даст новый уклад, но по нашим расчетам, и мы его показываем, и сегодня даже защищаем, мы показываем, что только ВВП России за ближайшие 10 лет увеличится более чем 7-10 раз. Такого еще не было ни в одном историческом периоде, ни с одним государством, даже Китай, который растет темпами больше, чем 10%. Вот. Это те, опять же, терминологии, которые ввел Сергей Юрьевич Глазев, это окно возможностей или окна возможностей, которые открывают новый уклад. Так вот, перед нами, перед нашей страной, перед нашей территорией, перед нашими народами, которые населяют евразийское пространство, открываются сегодня просто колоссальные возможности. И, соответственно, мы сейчас ставим задачу не только воспользоваться этими благами, не только с точки зрения заработка личного или семейного, заработать эти деньги. Еще и стоит обязательный вопрос, это потому, как произойдет распределение этих богатств, как произойдет распределение этих ресурсов. Потому что 20 век показал это вот эту дикую капитализацию, когда меньше 10% населения, фактически 1% населения Земли владело более 90% всех активов и всеми финансовыми инструментами. И этих семей мы сегодня это знаем, которые явно, а вообще есть очень такая хорошая, ну там, такая книга и статья в интернете очень серьезно, там она постоянно обнаруживается, 100 семей, которые управляют миром. Вот там как раз можно увидеть о том, как основными активами управляются. И это как раз, друзья, результат, вот как тут произносили,
капитализм, его крах и так далее. Ничего, друзья, такого понятия. Капитализм, социализм, коммунизм – это, друзья, понятия. Это не суть жизни. Суть заключалась в том, что в технологическом укладе, при том цивилизационном развитии и технологическом развитии, которое обладало наше общество в 20 веке, сформировалась такая финансовая система управления, распределения и потребления результатов труда. В шестом укладе, к тому мы сейчас подходим, который будет фактически удваивать мировой ВВП, соответственно, это распределение будет под совсем другим принципом. И мы сейчас видим и продвигаем направление, это кооперации, это потреб кооперационных союзов, которые дают огромному количеству людей участвовать в распределении тех результатов труда и тех результатов деятельности, которые это будет приносить. И на наш взгляд это абсолютно правильно, и поэтому мы сейчас ставим задачу, и почему у нас народное финансирование и краудинвестинг сейчас, что в технологию, которая сегодня будет менять облик цивилизации, уже сегодня, друзья, более 150 тысяч акционеров, уже сегодня, будут миллионы, такого еще не было никогда, чтобы в технологию, чтобы в то, что сегодня входит и будет развиваться, сразу привлекалось такое количество участников. И это, на наш взгляд, абсолютно справедливо. Естественно, не могут все быть участниками равноправными и все получать равную прибыль. Такого, к сожалению, на сегодняшний момент невозможно. Но сделать эту систему более справедливой, сделать ее более направленные к тому, что каждый приходит и получает результаты от этой программы и от этого развития, это, друзья, в наших силах. Я думаю, что здесь мы многое что сделаем и многое что в наших силах. И здесь как раз, друзья, если как провести промежуточный итог, что мы, как команда директоров, которые собрались вокруг группы инженера Юницкого, мы создали инвестпроводящую систему, которая сегодня доводит информацию, которая сегодня привлекает людей в эту программу, которая объясняет людям выгоды и перспективы, которые стоят, и люди инвестируют в эту программу. И благодаря этому инвестпроводящая система позволяет существовать конструкторскому бюро, позволяет строиться полигону, позволяет запускаться адресным проектом и позволяет сегодня ставить те цели и задачи, которые мы сегодня ставим и решаем. И сейчас мы начали уже подводить к тому и показываем, что очень важный момент, это уже благодаря нашей работе именно нашего директорского состава. Алексей Суходоев принимал в этом самое активное участие, Игорь Романенко, еще многие наши директора. То есть мы разработали новую концепцию, как мы ее называем, концепция входа технологий. Потому что при анализе именно развития технологий и к сентябрю, к октябрю следующего года мы на полигоне, это Анатолий Эдуардович Юницкий не раз показывал и рассказывал, что будет демонстрация технологий. Так вот, друзья, эта демонстрация технологий подводит нескольким двум очень важным моментам. Очень важным. Я прошу на это обратить внимание. Первое, что мы демонстрируем технологию, мы показываем возможности и получаем огромное количество союзников, которым нужна эта технология, которые выступают заказчиками, которые видят новые бизнесы и которые будут нашими союзниками. Но, друзья, всегда у монет две стороны. Мы получаем огромное количество, огромную армию противников технологий, которые будут терять заказы, которые будут терять рынки, которые будут терять бизнесы. И вот эта конфронтация, чем ближе мы будем приближаться к демонстрации, чем ближе мы будем показывать возможности технологий, тем больше эта борьба будет разрастаться. Наша задача была разработать стратегию таким образом, чтобы максимально уйти от сегодняшней конфронтации и максимально сегодня, вот как мы видим, у меня написано, мы объединяем мир Transnet Group, это наш следующий этап, который мы сегодня выводим за финансированием технологий, это финансирование адресных проектов и направлений, которые будут соединять воедино все, что сегодня существует в транспортной, в информационной сфере, в сфере передачи энергии. Вот все это сегодня сводится в одну концепцию Transnet. И, соответственно, наша задача объединить и уйти от максимальной конфронтации. Поэтому в этом плане, вот я сейчас очень много общаюсь с нашими украинскими друзьями, вот, и у нас очень серьезное подразделение, Укртранснет создано в Харькове. И, соответственно, мы сегодня продвигаем направление, как и что
предлагать на Украине, и я могу сказать, что когда мне задают вопрос, очень такой политический, друзья, вы за тех или за тех, вы любите этих или вы не любите этих, друзья, у меня всегда один ответ, я говорю, знаете что, давайте, это вы сами разбирайтесь, кто из вас кого любит, а кто из вас кого не любит. Я говорю, и следующий задаю вопрос, друзья, вы все пользуетесь сотовыми телефонами, и те, и другие, вы все пользуетесь интернетом, он нужен всем, а конфронтация, она идет не из-за того, что есть у вас сотовый телефон или нет у вас сотового телефона, вот точно так же и мы. Друзья, мы занимаемся транснетом. Наша задача, чтобы ваши народы, ваши города, ваши области жили богаче, чтобы у вас была возможность больше зарабатывать и обеспечивать достойную жизнь, чтобы люди имели работу, достойную работу, а территории имели перспективы развития. И это были очень интересные перспективы. И это может дать сегодня технология Skyway, это может дать сегодня концепция Transnet, и то, что мы сегодня делаем. Поэтому, друзья, я говорю, давайте так, мы не играем в ваши политические игры. Это я сразу отвечаю очень многим сегодня, которые задают вопрос, которые пытаются оттянуть нас в политику, потому что, друзья, нас все-таки 150 тысяч человек сегодня. Это регистрированный, тот, кто активно поддерживает проект, тот, кто инвестирует. Это, друзья, как, чем еще можно выдержать, соответственно, поддержать проект, как не проинвестировать в него хотя бы там $10-15. Это и есть, друзья, поддержка. Так вот, друзья, и сегодня, с учетом, что в России начинается новый политический цикл, в конце 2016 года выборы в Государственную Думу, потом выборы будут президента. Естественно, что нас начинают уже втягивать во многие эти игры. Соответственно, это идет уже очень серьезное позиционирование. И мы четко ставим, друзья, я хочу, чтобы вы это понимали, что мы находимся вне политики. То, что мы делаем, друзья, видели всегда на наших слайдах. Андрей Ховратов всегда показывает на своих презентациях. У нас, когда идет презентация Skyway Invest Fund группы, мы всегда показываем, то, что мы делаем, надо 99% людей. 1% не надо, потому что у них сегодня и так все есть. У них есть яхты, самолеты и так далее. У них нет тех проблем, количество людей. Вот. Так вот, соответственно, то, что мы сегодня делаем, это построение нового мира. И это построение нового технологического уклада, это создание новой технологии, и мы туда, исходя из новой сегодняшней концепции, инвестируем, и, соответственно, друзья, и когда этот вопрос начнет существенно, честно капитализироваться, и мы будем получать премии, это, друзья, я считаю, будет абсолютно справедливо, потому что те 150 тысяч людей, это те, кто из 7,5 миллиардов, живущих сегодня на планете, нашли в себе силы, нашли в себе возможности, нашли в себе смелость для того, чтобы подключиться к этому проекту, поддержать этот проект и, соответственно, двигаться вместе с нами. Вот, поэтому, друзья, здесь при всем пафосности иногда того, что мы говорим, это, в общем-то, обычные банальные вещи. И то, что мы сейчас с вами будем дальше говорить, то есть, когда мы начали говорить про велокары, экокары, то даже пошли определенные нам упреки в том, что, ну вот, говорили про миропорядок, говорили про глобальные технологии, а все свелось к обычному веломобилю или велоэто, то есть, казалось бы. Так вот, друзья, я тоже хочу, чтобы вы понимали значимость того, что мы сегодня делаем, и то, что мы сегодня именно нашей группой разработали стратегию, считаем, что эта стратегия абсолютно правильная. Это сегодня не конфронтации, а создание нового рынка, которого не существует. Соответственно, достойно занять этот рынок, на котором сегодня нет конкурентов, потому что этого рынка до нас не было. И, соответственно, дальше уже, исходя из развития этой концепции, уже финансировать и дальше развитие технологий, и развитие новых месторождений труднодоступных, с которой сегодня невозможно железной дорогой. И это новая стратегия, которой мы, друзья, все принимаем участие, которую мы сегодня вам доводим. Она называется, ну, как бы у нас, так скажем так, кодовое название, мы ее назвали «Стратегия Джобса», потому что Джобс, как гениальный маркетолог, применил очень интересную стратегию выхода на рынок и создал инструмент, который позволил сегодня создать самую капитализируемую компанию в мире, Apple, которая буквально еще неделю назад стоила 750 миллиардов долларов, за неделю похудела на 158 миллиардов. Но я думаю, что, друзья, во-первых, она отыграет, а во-вторых, я думаю, что ее акционеры на этом очень сильно, в общем-то, не потеряли. Вот, потому что, когда идет порядок таких цифр, даже потеря в 158 миллиардов долларов, это 5% ее капитализации, это тоже, друзья, не смертельно для такого рода компании. Еще я могу вам предложить, ну, там, скажем, такую аналогию, чтобы вы представили, о чем идет речь. Вы помните, как входила сотовая связь в наш мир?
Вот, что это не сразу у каждого появился сотовый телефон. Когда они появились, они были очень дорогие, и была очень дорогая связь для абонента. Я помню, еще в 1994 году один контракт на телефон стоил $1600, а это были очень серьезные, и более $1200 в месяц, ну не я, а компания, в которой я работал, оплачивала, соответственно, разговоры по мобильному телефону. Вы помните, что потом очень быстро появилась пейджерская связь, то есть это биперы или пейджеры, когда можно было позвонить оператору, и ваше сообщение мгновенно приходило абоненту, которому вы посылали. Это была очень удобная связь, это была огромная мобильность, и, соответственно, информация стала ходить очень-очень быстро, можно было с любым человеком связаться в считанные там минуты, секунды, хотя до этого этого сделать было невозможно. И это было очень быстро, по-моему, каждый там из того поколения 90-х, начала 90-х имел у себя пейджер. Но, друзья, как быстро эта технология отошла. Она вошла, расцвела, дала свои плоды, и сотовая связь, как только она удешевилась, как только она стала доступным всем, как только стало понятно, что мобильный телефон – это крайне удобно, а потом мобильный интернет – это еще удобнее, соответственно, эта технология сегодня про пейджер мы с вами, друзья, можем вспомнить только когда Ваня Ургант спрашивает детей в своей передаче, показывая какой-нибудь предмет, который они еще не видели в своей жизни, типа монохромной кассеты для видеомагнитофона, или пейджер, спрашивает, что это такое, и 5-6-летние дети очень так интересно и забавно рассказывают, что же это такое. Так вот, друзья, то, что мы сегодня делаем, это точно такая же точка входа для технологии Skyway. Мы говорим, что сегодня плоды цивилизации, которые нам дает технологический уклад, к сожалению, кроме плюсов, которыми мы пользуемся, дает очень много минусов. Минусы, которые мы сегодня платим за плоды цивилизации, это прежде всего экология. То есть мы дышим страшным воздухом, мы пьем непотребное потребление воду, мы едим непотребные продукты, мы живем в городах, которые шум и скучность людей непозволительно для нормального развития человека. Это все, друзья, плоды цивилизации за то, что мы сегодня платим и за то, что мы сегодня пользуемся. Еще один, то есть я тут всегда добавляю, и по себе я могу сказать, что я как активный человек, всегда занимающийся активным спортом, вот, еще в юношеские времена потом, все, я всегда много бегал, со времен армии еще, сначала с автоматом в сапогах, потом, слава богу, без автомата, вот, я всегда прыгал с парашютом, вот, соответственно, я всегда активно занимался и бегом, и гимнастикой, и вот в последнее время тот темп жизни, который там мы, к сожалению, набрали, но проект по-другому не подразумевает, он забирает 100% времени, вот, не хватает времени на семью, не хватает времени на спорт прежде всего, и сегодня я все время провожу либо у компьютера, либо за рулем автомобиля. Соответственно, спортом ни там заниматься довольно-таки сложно. И я просто физически ощущаю вот за последние где-то, ну, 5 лет, вот, когда активно стал двигаться проект, а последние 2 года это особенно, я могу сказать, катастрофичная вещь. Просто спорта нет. И у меня нет возможности времени для того, чтобы выделить на него. И опять же, мы за это платим здоровьем, мы за это платим самочувствием и так далее, и так далее. Вот. И концепция, которая сегодня входит, это эко-каров, то есть эко-смарт-кар, то есть где можно добавить еще велосипедную тягу для выработки энергии, по которой двигается автомобиль. Я могу сказать, что Анатолий, который с ним долго нашей команды беседовали на этот предмет, и когда он понял суть того, что мы делаем, он стал настолько быстрыми темпами сегодня выдавать и документацию, и проекты, что сегодня стало очевидно, что это абсолютно правильное решение. А для себя я могу сказать, что 24 километра, которые я сегодня живу от МКАД, я иногда проезжаю за час, иногда за два, а иногда за 3,5 на автомобиле, который потребляет где-то 10 литров, литров на топливо на 100 километров. Причем в основном я сижу там один, и в основном я просто сижу за рулем. Максимум, что я могу, либо слушать радио, какие-нибудь аналитические программы, либо с Лешей общаться в скайпе, проводить совещания для того, чтобы не терять время. Вот. Если бы мне дали возможность при этом еще и крутить педали, и я бы не держался за руль, а спокойненько крутил педали и еще рычаги, и при этом занимался спортом, я, друзья, я бы был просто безмерно счастлив. Но при этом, друзья, я бы проезжал эти 24 километра на энергии, которую бы я сам вырабатывал, потому что мне это необходимо как физическая нагрузка,
И второе, друзья, я бы не сжигал 10 литров на 100 километров. И если перевести это все в топливо, в литры и то, что мы выкидываем в атмосферу, то это десятки миллионов тонн только по Москве и по Московской области, где вот сейчас планируется организация такого рода проектов. Поэтому я могу сказать, что тот велоэкокар, который мы сегодня делаем, а мы называем эту программу эко-кара, то есть там, где энергия движения может быть на 1, а может быть на 100% заменена двигателем внутреннего сгорания или электроэнергией, вырабатываемой с помощью двигателя внутреннего сгорания, на энергию, которая вырабатывается с помощью физической силы человека. И, соответственно, мы при этом, занимаясь спортом, занимаясь фитнесом, то есть получая необходимую для человека физическую нагрузку, вырабатываем энергию, которую используем для перемещения. И вот это, друзья, как раз настолько важно, настолько сегодня четкая концепция, которая воспринята абсолютно всеми. То есть вы не представляете, какой энтузиазм это вызвало сегодня у экологов Лондона, у людей, которые живут в Голландии, в Амстердаме, там есть целая программа убрать автомобиль из города. Как сегодня этот проект воспринимается в Турции или в Египте, в Хургаде, где такого рода экологический транспорт нужен. То есть это новое направление, которое... А начинать, и вот здесь вот, друзья, очень важный момент, который я бы хотел, чтобы вы осознали, и который мы бы хотели донести и сегодня поставить, что в сентябре у нас будет первый экзамен для нашей инвестпроводящей системы. Мы запускаем первый адресный проект, Алексей над этим работает, он над этим будет постоянно перед нами отчитываться, потому что он автор этого проекта, он куратор этого проекта, он директор этого проекта, и, соответственно, мы на него все смотрим. Соответственно, что здесь, в Москве тесно будет велокаром от количества участников движения? Нет, друзья, тесно не будет, вся система движения организована, так как все управляется автоматикой, это же не зря эко-смарт-кар, умный автомобиль. То есть, когда вы с помощью интернета, смартфона, через программу Smart App можете вызвать и воспользоваться своими услугами смарт-кара, который будет из интернет-сети двигаться в транснет-сети. То есть фактически всю идеологию я вот вам сейчас вот в этих фразах рассказал. Поэтому так же, как перемещаемая информация сегодня в интернете ни с кем не сталкивается и никому не мешает, точно так же, естественно, что это будет очень разветвленная сеть. Сначала она будет с нескольких трасс, потом она будет от каждого дома к каждому дому. И она не может быть тесной, потому что, друзья, это 5 сантиметров рельс, и 15 сантиметров столб, чтобы вы могли себе это визуально представить. Это, ну, во-первых, Леш, можешь картинку поставить нашу, которая сейчас, ну, визуализирует смарт-кар. А второе, вы представьте, что это осветительные столбы, то есть просто столбы городского освещения, по которым висит один рельс и по которым может двигаться, ну, это один из разновидностей смарт-кара. Вот, соответственно, это вариант, который идет сверху рельса, вот вариант, который идет, соответственно, и вот такая паутина из рельса. Так, а как же пожилые люди? Здесь как раз, друзья, пожилые люди могут ничего не крутить, хотя я думаю, что если есть возможность, это не значит, что вы крутите и едете. То есть, как я сказал, энергия меняется от нуля до 100%. То есть вы можете ничего не крутить, тогда едет за счет электродвигателя и аккумулятора, и аккумулятор разряжается за счет той энергии, которую он берет из сети. Если вы сами обрабатываете энергию, значит, аккумулятор не разряжается, значит, для вас поездка просто бесплатная и все. Вот, поэтому если вы едете на аккумуляторе, значит, вы платите за зарядку этого аккумулятора. Если вы зарядкой не пользуетесь, а вырабатываете сами электроэнергию, значит, соответственно, вы энергию из сети не потребляете. Вот и вся разница, которая есть. А вы можете крутить, можете не крутить, это уже лично ваше, как бы. Но я думаю, что даже пожилые люди, если нагрузка будет абсолютно умеренной, это не значит, что вы должны крутить на уровне чемпиона мира, чтобы ехать со скоростью 100 км в час. Вы можете крутить с обычной, очень легкой нагрузкой, при этом вы будете вырабатывать, допустим, 5% необходимой энергии, но это все равно экономия с точки зрения сжигания топлива. Так вот, друзья, сегодня я могу сказать, что эта концепция и это направление востребовано, и для нас это очень важно, что здесь нет конкуренции. Если завтра Siemens решит создать такую систему и кинется в догонку Skyway и строит свою Siemens-систему, ему все равно на это понадобится год или годы, и, соответственно, огромные затраты на то, чтобы провести испытания, провести концепцию, провести
соответственно, работу. Мы уже в этом году готовы приступить к строительству первых трасс. И вот одна из таких трасс, то, что я сказал, будет первая и демонстрационная, и, соответственно, уже эксплуатационная, то есть это будет действующая трасса. Она будет в городе Челябинске, в парке имени Гагарина. И по обоюдному согласию и конструкторского бюро, и нашего фонда, это Виктор Бабурин с Алексеем Суходовым придумали, этот проект будет называться «Поехали». Вот, это очень символичное название, потому что и Гагарин, и «Поехали», и помните, он сказал «Поехали» и махнул рукой. И, соответственно, этот велокар, эта система, после того, как она будет продемонстрирована в парке Гагарина, соответственно, она пойдет по паркам всего мира, и сегодня мы уже прорабатываем эти адресы и проект. Их уж десятки к концу года, я думаю, что мы выйдем на уже сотню таких адресных проектов. А это, друзья, очень серьезный бизнес, это заказы десятков, сотен километров таких трасс, а это все оплата, это конструкторские заказы, это заказы на производство моторколеса, на производство велокаров. Естественно, что все это будет делать наши компании. Вот. И, соответственно, по нашей концепции, которая сегодня набирает обороты, не исключено, что к середине следующего года за счет смарткаров мы выйдем на все финансирование Skyway, и венчурное краудинвестинговое направление будет сворачиваться, потому что более выгодно будет инвестировать за счет заказов. Вот, поэтому, друзья, эта работа тоже очень активно набирает. Для нас это, друзья, будет капитализация тех инвестиций, которые сегодня сделаны. И это будет означать, что проект пошел, вышел на самоокупаемость, на самофинансирование. И дальше мы все будем с вами только свидетелями развития этого проекта. Поэтому я могу сказать, что... Покажите, пожалуйста, первую картинку. Ну, это в чат можно писать, там Алексей как раз будет показывать. Вот. А, вот это, так сказать, да, друзья, это, кстати, очень интересный такой концепт. По расчетам Анатолия Ивановича Юницкого, вот этот модуль, который движется только за счет физической силы человека, то есть педальные привода и рычагами, которые пассажир двигает, этот, скажем так, велокар может развивать скорость до 380 км в час. И у нас еще есть предположение, что при старте, при накоплении энергии через конденсаторный аккумулятор, он сможет обгонять такие автомобили знаменитые, как Tesla. И, соответственно, мы хотим на соревнования вызвать американский Mustang GT900, соответственно, который разгоняется 3,8 секунды до 100 км, для того, чтобы наш эко-велокар, который работает только от, соответственно, энергии, вырабатываемой человеком, может со старта обогнать суперкар. Вот. Но это, друзья, мы еще посмотрим. Пока теоретические расчеты на этот предмет есть, но желание вызвать на состязание у вас есть. И я думаю, что, может быть, такое соревнование у нас в ближайшее время и состоится. Вот. Но, так, что здесь? Сколько человек, так, а как же с багажом будет? Ну, друзья, опять же, то, что вы сейчас видите, это чисто фитнес, это абсолютно прогулочный вариант, который идет в горах, который движется между большими ущельями, движется. Это для того, чтобы двигаться, заниматься спортом и при этом смотреть на те красоты, которые вас ожидают. Соответственно, уже пассажирские варианты на 2 человека, на 4 и на 6, они как раз сегодня разрабатываются конструкторским бюро, они, естественно, будут выглядеть совсем по-другому. Это, друзья, концепты, которые сегодня прорабатывают, и вы сейчас находитесь у истоков, то есть это вся... Концепция, идея, она зародилась не так давно, дальше мы ее обсуждали с конструкторским бюро, и сейчас, почему мы уже об этом открыто говорим, делаем это сегодня, принято как стратегия дальнейшего развития, и мы сегодня, как Transnet Group, готовим уже десятки и десятки проектов для того, чтобы запускать именно сначала спортивные трассы, то есть где люди будут заниматься спортом, потом прогулочные, где можно... по ландшафтам, по пейзажам перемещаться со скоростью там, до 100 км в час. А потом уже и туристические, то есть там, где, допустим, по Лондону 4-6-местный модуль может перемещаться, соответственно, с тем, чтобы можно было смотреть Лондон, Париж, Рим там, и так далее, Москву, наверное. Если договоримся с МГУ, которые хотят выступить заказчиком на первую такую трассу, тоже ведем такие переговоры.
Вот, соответственно, друзья, это новое направление. И почему для нас это очень важно, и почему мы будем об этом говорить и постоянно вам показывать и убеждать. В сентябре мы при запуске первого адресного проекта, он будет стоить, сейчас ведутся расчеты, ориентировочная цена где-то около 4 миллионов долларов. Это в центре, то есть не такая большая сумма для нашей 150-тысячной армии сторонников SkyWay. Это буквально там, по 30-40 долларов достаточно инвестиций, чтобы закрыть весь проект. Так вот, друзья, мы рассчитываем и мы думаем, что наша инвестпроводящая система выдержит такое испытание, и мы в течение одного месяца сможем аккумулировать такие инвестиции, инвестировать их в проект и в течение 4 месяцев построить и продемонстрировать. И таким образом у нас есть возможность в мае-июне следующего года продемонстрировать эко-смарткары, продемонстрировать заказчикам и выйти уже на серийное производство эко-каров, на выйти на серийное производство путевой структуры, станций, которые сегодня разработал буквально за 2 недели Анатолий Эдуардович Юницкий. Я могу сказать, что когда вы увидите, и мы их продемонстрируем, это просто с точки зрения инженерии настолько гениальные и простые решения, что и это все на ваших глазах, что за 2 недели рождаются новые концепты, новые направления, новые решения, которые сегодня мы будем применять. И это как раз, друзья, чтобы вы понимали, результат нашей с вами совместной работы. Это говорит о том, что инвестпроводящая система работает, выступаем как заказчики. Мы можем финансировать конструкторское бюро, а конструкторское бюро в состоянии выдавать продукцию, которая нам нужна. То есть сегодня мы четко уверены, что концепты и чертежи эко-каров сегодня нужны, они востребованы. И мы это увидели сразу, что когда мы обсуждали вопрос строительства высокоскоростной трассы Терса-Лондон, то встречали зачастую недопонимание с тех, кто сегодня уже эксплуатирует и строит высокоскоростные железные дороги в Европе. И здесь мы входили в жесткую конкуренцию. Как только вышли с концепции эко-смарткара, соответственно, сразу же получили поддержку, сразу же получили предложение о первых трассах, сразу же получили инвесторов, которые готовы инвестировать и выкупать целиком. И, соответственно, это, друзья, капитализация наших с вами вложений. Поэтому я считаю, что мы в состоянии выдержать это испытание, первое испытание. А испытание заключается в том, что в парке Гагарина мы с вами должны построить первую демонстрационную и эксплуатационную трассу смарткаров для того, чтобы показать, что она строится, эксплуатируется и, самое главное, приносит прибыль, потому что она будет бизнес-проектом, соответственно, это будет действующая трасса, которая будет за билет, можно будет и заниматься спортом, и ездить по этому аттракциону. И самое главное, друзья, мы с вами, как инвестпроводящая система, должны продемонстрировать, что мы можем аккумулировать такие деньги, мы можем инвестировать в адресный проект, а этот адресный проект, друзья, даст взрывной рост для сотен проектов по всему миру. И он как раз этим и важен. Мы выбрали именно парк Гагарина и поехали, потому что это должно быть в России, а Челябинск – это центр России. Соответственно, должно быть сделано все на наших предприятиях. И именно наша инвестпроводящая система, я вам честно могу сказать, друзья, что у меня есть ряд инвесторов, у меня есть ряд, ну, скажем так, моих друзей, которые готовы полностью профинансировать этот проект. И 4 миллиона долларов, друзья, это не такая большая сумма для того, чтобы просто так, скажем так, инвестировать в интересный инновационный проект. Но мы, поговорив с директорами, вот, с Андреем Ховратовым, с Анатолием Эдуардовичем Юницким, мы все-таки посчитали, что будет намного правильнее, если проект будет профинансирован краудинвестинговой системой, и у него будут десятки, сотни тысяч акционеров, которые инвестируют небольшими деньгами, но которые будут причастны именно к запуску этой технологии, этой идеологии. И поэтому я думаю, друзья, что в этом плане мы правы. И покажет время, а это не так большое, за сентябрь месяц, соответственно, вопрос, как это будет реализовано. Поэтому мы в личном кабинете готовим сейчас именно адресный проект «Смарткар», именно адресный проект «Челябинский», парк Гагарина, проект «Поехали». Ну а дальше, друзья, как сработает наша инвестпроводящая система, ну заодно и посмотрим. Так, как держится равновесие навесной? Ну, Сергей, я тут, давайте так, я вам объяснять технически, особенно ноу-хау вопроса сейчас не буду.
Просто поверьте, что он будет абсолютно устойчивый, более устойчивый, чем четырехколесный. Вот, поэтому это все техника и это все физика. Вот. Евгений правильно говорит, позже узнаете. Так, все понятно. Так, это я Сергею из Волжского это самое объясняю, что ну, я могу сказать, что и велосипед, и мотоцикл при определенной скорости движется абсолютно устойчиво. Также и здесь. Там будет применено ряд технических решений, которые позволят ему, этому велокару быть более устойчивым, чем на четырех. Ну вот тут Галина пишет, спасибо за выбор. Сам, да, друзья, и действительно, Алексей тут может и подтвердить, потому что у нас было очень много на этот предмет разговоров. И у меня тоже было очень много сомнений. Вводить этот проект на, именно под краудинвестинговую систему или просто пойти традиционным методом, найти стратегического инвестора, а они сегодня уже есть, профинансировать и движется. Вот, так вот, друзья, я могу сказать, что я абсолютно убежден, что то, что мы с вами выбрали и сделали, это более правильно, потому что следующие проекты, которые будут двигаться и будут крайне эффективны и прибыльны, они должны быть доступными для большого количества людей, и у нас с вами будет уникальнейшая возможность инвестировать в разные проекты и быть совладельцами не только корневой технологии, которая будет давать, соответственно, доход во всех проектах, ну и, соответственно, еще и выкупать акции и быть совладельцами конкретных трасс и конкретных проектов. Так, а угол подъема чем-то ограничен, Евгений? Ну, техническую часть мы с вами еще тоже будем обсуждать. Нет, техническая часть, техническая, угол абсолютно ничем не ограничен. То есть, естественно, железное колесо по железному рельсу – это до 12 градусов. Если делать дополнительные устройства обхвата рельса, то можно дойти до 90 градусов. Но я думаю, что 90 градусов, пускай поднимаются лифты, вот, но 45 градусов для такой системы вполне подъемны. А больше, наверное, друзья, не надо для такого решения. Так, да, и правильно, как говорят, это не технический вебинар, технические вопросы по устройству у нас будет еще очень много, когда мы будем рассказывать и показывать о такого рода проектах. Сегодня мы обсуждаем концепты. Так вот, друзья, чем бы я хотел сегодня закончить и почему сегодня это очень важный вопрос? Мы начали с финансово-экономического кризиса, который сегодня в нашем понимании это не кризис, а смена укладов. Если говорить житейским языком, то проблемы, которые начались, это только начало. Они, к сожалению, дальше будут только развиваться и коснуться каждого из нас, абсолютно каждого, потому что цена сегодня уже объявили, готовится к расчетам доллара на 120, на 130 долларов, а саудиты и, соответственно, весь нефтяной мир готовятся к ценам в 15-20 долларов. Для российской экономики, которая целиком и полностью зависит от нефти, это практически крах. То есть будут происходить очень сложные процессы. Вот. И тот шторм, который начался, друзья, его не избежать, не идти, не переждать невозможно. Поэтому, если мы говорим, наша задача сейчас, нашей системы, это пересесть с экономики, говоря языком Сергеевича Глазева, Титаника на экономику экономического народного ковчега. Чем мы с вами, друзья, и занимаемся. И здесь уже никто нас не может упрекнуть в том, что мы сидим сложа руки. Мы, друзья, за этот год сделали больше, чем все венчурные фонды, Академия наук и весь научный мир вместе взятые. Они сегодня не могут показать результаты, которые могут увеличить ВВП в страны в 3, в 5, в 10 раз. А мы можем. Они не могут сегодня дать четкой, внятной программы, что надо делать сегодня, завтра, послезавтра, для того, чтобы сохранить страну, для того, чтобы дать достойную экономику, для того, чтобы дать действительно модернизационное развитие. А мы можем. Поэтому, друзья, то, что мы с вами сделали за эти полтора года, это, конечно, очень огромное. Путь и те цели и задачи, которые мы сегодня уже перед собой ставим, это за полгода, вдумайтесь, за полгода разработать, создать чертежи, создать опытные образцы, испытать и построить первую трассу. Друзья, сроки, которые сегодня стоят, это полгода. И перед нами, друзья, это абсолютно реальная задача. Следующие этапы будут более сложные, будут более сложная техника. Но начинать, как всегда, будем с велосипеда. Так что здесь, друзья, мы запустили и сделали очень важный момент, и я считаю, что мы с вами участвуем в проекте, то есть я всегда пытался ответить на вопрос первой конференции, которая проходила в марте в прошлом году, когда стала очень приятная женщина, она говорит, я простая пенсионерка, мне очень нравится, что вы делаете, но я могу инвестировать там, в месяц
2000 рублей со своей пенсии, у меня больше просто нет. Но исходя из тех глобальных вопросов, которые вы говорите, уклады, цивилизация, экономика, страна, ВВП и так далее, что такое эти 2000 рублей? Так вот, друзья, на тот момент я даже потерялся и не знал, что ответить. Думаю, ну действительно, так сказать, для меня это было ново, что может один человек. Сегодня, друзья, когда прошло полтора года, на 150 тысяч человек, и мы каждую неделю увеличиваем на 1000 человек, потому что сегодня мы уже приближаемся к цифре в 1000 человек в день, кто приходит в наш проект. Друзья, вдумайтесь, 1000 человек в день. Это наша с вами работа. Это мы доносим эту информацию. Это мы сегодня привлекаем людей, и люди входят. Так вот, такими темпами, можете сами посчитать, это, друзья, там 30 тысяч, а с учетом корреляции процент на процент, то дальше это уже 50-80 тысяч. Так вот, к октябрю и к концу года нам реально выйти на цифры в 500 тысяч человек, а потом и в миллион человек. Так вот, друзья, когда 500 тысяч человек или миллион человек хотят реализовать этот проект, я хотел бы посмотреть на ту силу, которая будет его останавливать. Так вот, друзья, а то, что мы сегодня с вами делаем, и когда мы говорим, нам нечего бояться, нам нечего скрываться, мы с вами делаем абсолютно нужное дело. Мы создаем новую технологию, мы создаем новую экономику, мы создаем новую систему, которая нужна каждому из нас, абсолютно каждому. Мы хотим изменить экологию, мы хотим убрать с улицы автомобиль, который убивает 1,5 миллиона человек в год на Земле и 15 миллионов человек делает инвалидами. Сами вдумайтесь, 1,5 миллиона человек. Мы хотим убрать эти автомобили, мы хотим убрать миллиарды тонн нефти, которая добывается, сжигается в этих автомобилях для того, чтобы мы потом этим дышали, для того, чтобы мы ели продукты с этой химией, для того, чтобы мы пили эту воду. Поэтому, друзья, то, что мы с вами делаем, это абсолютно нужное, четкое, понятное дело. Мы абсолютно не играем ни в какую политику, мы никому не пытаемся закрыть рабочие места или пытаемся сегодня кого-то выгнать или с рынка. То, что мы сегодня делаем, это востребовано временем, это востребовано сегодня каждым из нас. Поэтому у нас это и получается, друзья. Поэтому я и могу сказать, что дальше такими темпами нам надо двигаться. Цели и задачи, как вы видите, сегодня идут абсолютно реальные. И сейчас то, что говорил Игорь в своем выступлении, Алексей, нам в сентябре надо как минимум удвоить объем финансирования конструкторского бюро, потому что начались строительственные работы. И эта задача как раз сегодня нам абсолютно выполнима, и мы сейчас к ней приближаемся. А второй вопрос – это запустить первый адресный проект и в режиме реального времени, чтобы Алексей нам на каждом вебинаре отчитываясь, что сделано и как сделано, мы видели, как это строится. Так, ну давайте на этом я фактически свою часть заканчиваю. Алексей, ты бы хотел что-нибудь добавить, сказать в это самое? Давайте тогда, то есть у нас несколько меняется такой формат. Вот, и дальше мы уже будем с вами прощаться на сегодня. Да, дорогие друзья, и я хотел бы напомнить про инструменты, которые у нас есть. То есть мы к этому готовились, ну, наверное, месяца 4 назад. Мы сделали этот инструмент, антифорекс, это идея Сергея Анатольевича. Я ее довел до ума, потом это все сделали с Ольгой Шантиной и с Алексеем Якимовым, если не ошибаюсь. Смысл в том, что люди, которым вы будете давать информацию, и этот инструмент у всех находится в инструментах партнера, там зашита ваша пригласительная ссылка. Этот инструмент позволит посчитать либо прибыль, уменьшивая, я думаю, количество населения по именно отношению рубль к доллару и к евро, либо убытка, сколько денег уже растаяло, так скажем. Это очень важно сейчас использовать этот инструмент. Пожалуйста, используйте его. Действительно, многим людям, возможно, сейчас неинтересно будет слышать про транспорт второго уровня, когда все в экономическом и финансовом плане вокруг рушится. Но будет очень интересно и важно сохранить свои денежные средства и инвестировать именно в то направление, которое является прорывным и сформирует очень мощную капитализацию. Также вот мы постепенно, и не побоюсь этого слова, начинаем приучать в первую очередь себя, во вторую очередь показывая пример для вас всех, и начали с акции флешмоба, я говорю да.
То есть с 24 августа по 24 октября вы сможете, приобретая пакеты, получить увеличенные пакеты, но через 3 месяца. То есть сейчас у нас прорабатывается вообще программа лояльности. Кстати, поставьте плюсики, кто хотел бы программу лояльности, ну, по аналогии, как 13-я зарплата. То есть 12 месяцев стабильных инвестиций и, соответственно, 13-я зарплата, уже увеличенный пакет, либо вообще бесплатный пакет. 13-я зарплата у нас широко была распространена в Советском Союзе, когда я был маленький совсем. Ну, я был маленький, когда доллар стоил 40 копеек. Я не застал этих времен в здравом именно рассудке, мыслящем, анализирующем, как сейчас. И начинаем вот как раз вот эти все телодвижения именно с акции флешмоба. То есть давайте действительно приучаться. У каждого понятие больших и малых денег абсолютно разное. Абсолютно разных мы устроев, сословий, профессий, занятий. Но мы объединены тем, что мы действительно одна семья и находимся в одном проекте. У нас одна цель, чтобы этот проект состоялся. И можно сказать, что одним из инициаторов, в том числе, вот этого всего стал Григорий Михайлович, именно вот как выступление мотиватора, когда он говорил, что вы хотите, чтобы этот проект состоялся. Так вот, лично мы все хотим, и мы будем инвестировать каждый месяц, ну, по мере возможности. Иногда по 100 долларов, если там будут сверхдоходы, можно и 1000 долларов инвестировать. Точнее, не если, а когда, не существует такого слова «если». И, соответственно, для кого-то 10 долларов будет нормальная инвестиция. Но обязательно проявляйте регулярность. Мы же входим на ТО, автомобиль именно вводим на ТО, мы проходим медосмотр. Так вот, это наша инвестиционная безопасность. И безопасность – то, что наши инвестиции действительно будут защищены. Это основное правило банкира. Игорь Романенко не даст мне в этом плане соврать. И основное правило банкира – защищать свои инвестиции. Это то, чтобы именно вот мы не сбивались с пути, из графика финансирования и планирования. Потому что сейчас мы идем в срок, но все будет расти в геометрической прогрессии. То есть то, что я видел именно на техноэкопарке, где был котлован, там уже все выровнено. То есть с сумасшедшей вообще скоростью все развивается. И я не могу не радоваться этому. И, собственно, всем напоминаю также про юбилейный международный форум. На данный момент чуть более 650 билетов продано. Я понимаю, что это откладывается на крайний момент. Форум у нас перенесен с 10-11 октября на 22, 23 и 25. 25 будет именно большая встреча с участием Анатолия Эдуардовича Леницкого. То есть это будет очень серьезный зал, которым мы дадим информацию чуть позже. И неспроста даты эти были перенесены. Я не могу сейчас говорить об этом, но есть на то причины. В том числе это совпало и с занятостью Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но это будут очень серьезные телодвижения и изменения. И как Сергей Анатольевич любит говорить, что все будет абсолютно не так, как мы планируем, но я лично верю, что складывается лучшему, и все, что мы не делаем, действительно к лучшему, все будет лучшим образом, чем мы можем себе представить. Закончу свой монолог промокодом и одним из выступлений, которое очень мне нравится, тоже на конференции именно вот Ирина Волкова рассказала в Минске в этот раз. Хочу, чтобы вы это вняли, прочувствовали. Процитирую, что в 2017 году, ну, у вас так неплохо будет уже с деньгами, но в 2020 году будет просто шоколад. Это дали информацию астрологи, то есть как хотите ее воспринимайте, как хотите воспринимайте, почему мы выбрали 26.02.2016 для первой капитализации группы компании Skyway. Но сейчас как раз-таки все складывается, что действительно велосипед изобретать, по идее, не надо, но мы его изобретаем, потому что транспорт второго уровня – это фактически
и рациональность по сравнению с транспортом существующим. Но мы не будем входить ни в какой конфликт, стратегия на это есть, и по этой стратегии уже инициируются первые адресные проекты, о которых мы будем рассказывать на следующих вебинарах. Благодарю за внимание. С вами были Алексей Судоев и Сергей Анатольевич Сибиряков. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч. Ну и традиционно строй Skyway, спасай Россию. И, соответственно, объединять – это наша работа. Вот, поэтому, друзья, благодарю, что вы были с нами. Соответственно, работаем, движемся, все зависит от нас. Все, друзья, всего доброго.